27 сентября в актовом зале КФУ состоялся авторский вечер лауреата премии «Золотое перо России» известного журналиста Бориса Бронштейна. Смех по уважительной причине. На мероприятии собрались друзья и однокурсники Бориса, а также преподаватели и другие почитатели его таланта. Без улыбки не ушел никто. В течение вечера известный выпускник Казанского университета обсудил со зрителями не только нюансы собственного творчества, но и волнующие темы современности, которые он всегда затрагивает в своих стихах. Он выступил с ироническими произведениями собственного авторства, которые смело можно назвать заслуженными хитами. Кстати, хиты, написанные Бронштейном, в шутку называют кратко «бронхит». Прошедший авторский вечер заслуженно стал важной программой цикла «Легенды Казанского университета». Аделя Мухаметшина, Ленардо Влетьяров, Универньюз.